«Воспеваем Россию» – так называется конкурс чтецов, который прошел в библиотеке имени Сеспеля. Он посвящен празднованию Дня народного единства. На каких языках звучали поэтические этюды, узнавали мои коллеги. С помощью этого произведения Айтадж Керимова решила рассказать о любви к родному краю. Стихотворение известного азербайджанского поэта Самеда Вургуна своего рода гимн малой родине. И сегодня об этой стране узнали чуть больше людей. Для меня это была большая гордость рассказать про стих нашей страны. Вот. Это незабываемые чувства. Несмотря на то, что мы очень далеко от Азербайджана, родители старались нам рассказать все, чтобы мы знали о своей родной стране, о культуре, о народе, обычаях. Благодаря таким конкурсам у меня тоже есть возможность рассказать своим друзьям, близким о своем народе. Стихи о родном крае и о России звучали и на других языках – белорусском, татарском, русском и чувашском. Среди чтецов – школьники, студенты вузов и СУЗов. Всего более 60 человек. Это прежде всего патриотическое воспитание, толерантное отношение к народам, населяющим Россию и наш город. Наш город тоже многонациональный. В нашем городе проживает более 90 национальностей, поэтому и Чувашия считается очень благополучным регионом. И поэтому я думаю, что то, что столько молодежи откликнулось для участия в этом конкурсе, я думаю, это уже показатель. Такие конкурсы необходимы, уверены организаторы. Они знакомят с другой культурой, делая людей толерантными. А это особенно важно в стране, где проживают около 200 национальностей. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.